Привет всем, друзья! В этом видео покажу-расскажу, как сделать из обыкновенного ведра и пылесоса очень нужную самоделку, без которой тяжело обойтись дома или на стройке. Также понадобится канализационный уголок 50 размера. Ведро обязательно должно быть с плотно закрывающейся крышкой. Сбоку крышки по уголку надо обвести контур. Для этого очень хорошо подходит маркер. В центре крышки нужно обвести контур шланга от пылесоса. Нарисованные круги надо вырезать. В боковое отверстие необходимо установить канализационный уголок. Обратите внимание, канализационный уголок должен смотреть вдоль борта ведра. В дальнейшем он будет задавать завихрение. Шланг от пылесоса надо установить в центральное отверстие и на ведре плотно закрыть крышку. Теперь понадобится любой пылесос. В моем случае очень мощный. К нему надо подключить шланг. Теперь пылесос нужно подключить к шлангу, входящему в ведро, в центральное отверстие. Другой шланг нужно подключить к канализационному уголку. К этому же шлангу можно подсоединить трубы от пылесоса. Простейшая всасывающая система готова. Пришло время ее испытать, но для этого необходимо переместиться на строительный объект. Пылесос надо подключить к питанию 220. Все готово. Пришло время пылесос включить и самоделку испытать в действии. Как вы заметили, на полу очень много опилок, и их обычным пылесосом не собрать. Вот и пришлось из ведра сделать циклон. С трубкой, конечно, идея плохая. Крупными опилками она очень быстро забивается. Придется пылесосить одним шлангом. Для этого все насадки надо скрутить. Сейчас попробую опилки собрать просто шлангом. И вот здесь дело пошло. Постепенно и уверенно опилки собираются. Пришло время ведро открыть. Опилок собралось больше, чем пол ведра. Пойду-ка я их высыплю. Теперь достаточно крышку накрыть на ведро, и снова можно работать. Прошло не так много времени, объект я пропылесосил. И теперь не надо покупать дорогостоящие строительные пылесосы, достаточно обыкновенного ведра. Кому идея и хитрость была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!